Циркумфлекс пережата, с вами Старпёр, я продолжаю проходить The Man Us, и теперь мне нужно пойти и пособирать ключи и так далее. Но прежде чем я это сделаю, хочу вам рассказать одну замечательную историю. Смотрите. Загрузить игру автосохранение, видите? Слот автосохранения. О чем вы думаете, ребят, когда видите в игре слот автосохранения? Вот я, например, думаю о том, что эта игра наверняка в какие-то определенные моменты сохраняется автоматически. Так вот, разработчик этой игры считает, что автосохранение работает немножко не так. Точнее, оно вообще хер пойми как работает, потому что автосохранение сработало один только раз. И когда я умер, а я здесь уже умирал, то меня отбросило в самое начало, когда я только проснулся и сменил костюмчик. Вот такое вот здесь автосохранение. А я там столько всего сделал, просто массу. Но я помер, и, соответственно, 40 минут как будто и не играл вовсе. Короче, мое почтение. А самое интересное, я особо даже не бздел, потому что я же был уверен, что у меня, мать его, есть, ну, пускай не самое, конечно, лучшее на свете, но все же автосохранение. Стойте, давайте я вот как поступлю. Я сейчас пойду в ту комнату, где была... Я же могу туда пойти, правильно? Да, могу. Я пойду сейчас в комнату, где стоит статуя, которую надо башку прикрепить. Прикреплю башку, заберу предмет, который там лежит. Ну, в общем, вы поняли. И принесу его туда, как мне кажется, куда его нужно принести. Так. Давай-ка я тебе верну голову на место. Больше не теряй. Больше не теряй. Забираем камень. Ну, и теперь я двигаюсь в холл. Так. Я близко уже... к точке назначения, но сейчас я хочу вот сюда вот пойти. Я там забрал еще маленький ключ. И идея в том, что я в прошлом выпуске делал вот здесь склад. Склад предметов. Которые вот здесь бы лежали и... Подождите-ка, там бинты вроде бы. Или что это? Точно бинты. Вот, склад предметов, который будет лежать здесь, в центральной локации. Ну, я так понимаю, это она. Тихо, беги вот сюда. И я сюда буду за ними возвращаться, когда мне это потребуется. Все-таки отсутствие ящика меня немножко угнетает, говоря по правде. Ну, что делать? Так, мне кажется, что камень нужен вот здесь. Нет. Блин, а я думал, камень сюда надо принести. Помните, там, типа, была же письмо, документ мы читали, что, типа, я забыл, как открываются двери, ну, что-то связано с камнями. Ну, ладно, нет, так нет, господи, сбросить. Так-с. Ключ с символом Луны. Нужно пойти пооткрывать двери с символом Луны. Но единственное, что я сейчас хожу наверх, заберу зажигалку. Блин, да, вот. Заберу зажигалку, которая вот здесь лежит. У меня один слот. Блин, это очень плохо. Ну, ничего, ладно. Как-нибудь разберемся. Здесь ничего больше нет? Не, походу все. Короче, ладно, сейчас. Карта. Нормально, такого круга, конечно, дал совершенно напрасно. Тебя подвигать нельзя, жаль. Ну и ничего страшного, круга так круга. Я хочу просто забрать, там есть место, где есть аптечка. И для того, чтобы ее забрать, мне нужна как раз зажигалка. И будет еще, по-моему, бинт один, что ли. Блин, здесь этот парниша, надеюсь, он мое добро не подрежет. Было бы обидно. Драться я с ним явно не стану, потому что, ну его нафиг. Так, ключ вот так вот особняком положим немножко. Потому что мне его сейчас забирать, и не хотелось бы его выискивать. По-моему, последнее промазал.
Назойливые черти, конечно, мое почтение. Так, вот клевый бинт. Я вот этот захаваю, или напрасно надо было двойной хавать. Ну, что уж теперь делать? А, ключ луны. Я не думал, что я буду хавать бинт. Я этого не планировал. Ладно, пойдемте за большой аптекой. А ждет у нас... А ждет она нас вот здесь. Ну, и этого чувака я уже покачу ножом, потому что я и так как-то патроны слишком... Да ты охренел, псина. Охренеть. Вот это он меня погрыз. Да что ты творишь? У меня реально нож затупился, я не понимаю, блин, почему они так с такой неохотой умирать-то стали. Кошмар. Пошел за аптечкой, блин, просрал три бинта. Ну, по идее, комбинация трех бинтов, я так понимаю, на фул отлечивает. А, выгодно, ну, я в своем репертуаре, да, сходил прям выгодно, мое почтение. И, в принципе, можно аптечку и не сбрасывать и теперь, потому что, ну, мне-то нужно что-то для захила. Ну ладно, пойду сброшу этот зажигалку. Пока что она мне вроде как не потребуется. А вот лунный ключ очень даже потребуется. И маленький ржавый ключ мне потребуется. Вот где он? Я не помню. Или я его не подбирал? Я уже призабыл немного. Ну, ладно, фиг с ним. Давайте сюда. А, вот он здесь как раз и будет. Как я горел, когда записывал предыдущий выпуск. Ну, точнее говоря, вот этот выпуск, но в первый раз. Вы бы знали. Значит, какая ситуация у нас. Я прихожу сюда. Юзаю лунный ключ, который я вот добыл. Знаете для чего? Ни для чего. Ну, здесь только лежит ржавый и все. Больше ни хрена нет. Я такой, ну неплохо, неплохо лута положили. Просто мое, так сказать, почтение. Ну, чтобы вы понимали, здесь правда больше ничего нет. Патроны я, кстати, подбирать не буду сейчас. Я уже горьким опытом научен. Если я их подберу, то это чертило стригерится. Ну, кстати, насчет того, что здесь больше ничего нет, я, конечно, немножечко это, драматизировал ситуацию. Здесь есть вот эта дверь. Но она закрыта каким-то механизмом. Ладно, давай драться, хрен с тобой. Минус рука. Здесь, кстати, расчлененка во все ворота прям. Был зомбак, которому я обе руки отрезал. Я так понимаю, это история рандомная с отрезанием. Ой, ты куда? Не зажимай меня, не зажимай меня. Умирай. Молодец, покладистая девочка. Так, ну и все вот получается. Больше я здесь ничего не находил, хотя пытался. Все, вот теперь я заберу эти патроны. Реви сколько хочешь, дурбецело, не буду с тобой драться. Так, и теперь, значит, у нас лунный ключ, он сбросится, и маленький ключ я тоже поюзаю. Пойдемте тогда, выйдем на улицу, но с другой стороны, я таким образом себе открою шорткат. Ну, вроде как. Открою себе шорткат и смогу на улицу выходить с двух сторон. Ну, сейчас все увидите, когда я доберусь до туда. Так, ключ сброшен. И это комната, в которой мы начинали. Теперь я могу сделать вот таким вот образом и выйти в этот на улицу. И помните, вот здесь была вот эта вот решетчатая дверь, и я использую как раз маленькие ключики. Теперь у меня два слота свободных, и я открыл большой проход. Проблема в том, что здесь меня убивают. Здесь я умер один из разов. Я умер вообще два раза. Один раз меня убил зомби, второй раз меня загрызла собака.
И это, ну, такое малоприятное событие было, как вы думаете. Могли бы догадаться наверняка. Что собак здесь просто таких доебени матери. И они очень живучие. Намного более живучие, чем ты ожидаешь от какой-то псины. А еще они дамажат неплохо, прям таки скажем. Ну где ты? По идее, мне должно быть жалко патронов, но мне вообще не жалко патронов, потому что они, ну, прям доставучие. Вот прям доставучие псины, честно. Я его специально загрел, это был токсический ход, даже не сомневайтесь. Ну тихо, тихо, тихо. Давай вторую руку ему отрежем. Ну давай. Чтобы ветками своими не махал. Да. И вот теперь я красный, по идее, да? Нет, еще желтый. Не быстро это все, конечно. Да, блин, вот... Ну, с управлением, короче, автору немножечко тоже разобраться, как работать должно такого типа управления. Может, голову получится отрезать, было бы при... ты что, куда ты повернулась? Ой, ты споткнулся? Чешо? Интересно. Так, вот здесь у нас тупичочек с лутом. Ну, стоит мне этот лут забрать? Как эта зомбя поднимется? Так, забираем садовые ножницы. Если вы не знаете, для чего они, то я вам скажу. Они достаточно остры, чтобы разрезать кожу. Другой вопрос, что у меня нет нужды, или я, по крайней мере, не знаю о ней, а нужды в том, чтобы резать кожу. Так, его я убивать не стану. Нам нужно теперь в центральную часть вернуться. Залутать. А, здесь я лутал с него, кажется, все. Так, напомните, что здесь механизм? А здесь ничего. Это просто для красоты, да? Похоже на то. Так, здесь тоже ничего нет. А это разве не проход? Я слышу еще одну собаку, мне это прям не нравится, но... Ну хер ли делать. Так, теперь мне нужно вот в этот отросточек. Вот сюда, да. Нет, не сюда, подожди. Вот сюда. Посмотрим, что здесь. Эту хрень нужно смешивать с бинтами, и что-то там получится. Ну, типа того. Так, бочки с патронами, отсылка к Resident Evil 4, я буду считать так. Хотя, возможно, это и не она. Все, возвращаемся в главное здание. И вот на этом этапе я, если честно, немножечко подзастрял. Скотина, что ты тут делаешь? Подзастрял, потому что я не знаю, лифт не работает, нет электричества, да. Я не знаю, что делать дальше. У меня из доступного... О, кстати, еще одна баночка. У меня из доступного только головоломка с часами. Она где-то... Ну, там, короче, где-то часы есть. И больше, в общем-то, и ничего.
И меня это несколько смущает ситуация, потому что у меня такое ощущение, что я застрял. А я не хочу застревать. По крайней мере, не так близко от начала игры. Как-то стыдно даже немножко. Интересно. Жаль. Вот, все двери вот здесь, которые вокруг, это двери с символом солнца. Ключа у меня такого нет. Я хз, когда мне его даже примерно могут дать. Ну и здесь сейв-рум. Кстати, да, вы же не знаете, здесь у нас сейв-рум. Который, точнее говоря, я не зачекал, когда первый выпуск проходил. Вот, и в итоге пришлось нехило навернуть кружочков по дому, чтобы засейвиться, когда можно было просто зайти в эту дверь. Ну ладно, я сейчас сделал не так уж много, окей, но я лучше просто на всякий случай сохранюсь, чтобы, значит, если я опять рипну, чтобы не делать вот этот вот сбор предметов и все остальное. Кстати, насчет сбора предметов. Ничего ли у меня не осталось? Все нормально. Все, что мог, все собрал. Ну, по крайней мере, все, что я дропал на землю, и то, что обозначается метками на карте. Те предметы, которые я просто не нашел, естественно, никакими метками они не обозначаются. И это грустненько. Хотя было бы слишком изи, если бы они обозначались, надо признать. Так, вот это прям мега загадочная комната. Вот что предполагается, я здесь должен сделать? Я до сих пор не понял. Но я вижу, что там типа внизу что-то есть интересное, что-то блестит. Вот, только попасть я туда могу лишь из другой двери. А туда попасть я не могу, короче, вы поняли. Ой, стойте, это... Ой, это же Геральт. Блин, надо его убивать. Привет, Геральт. Прости, конечно, братан, но... Будешь пятым, по-моему, или четвертым. Нет, пятым, да. Препятствие не твое, я понимаю. О, мое почтение. Ну хорошо, что у меня была аптечка. Геральт, я тебе этого не прощу. Ты, конечно, поступил как последний кретин только что. Интересно, если я сейчас уйду, и он останется здесь. У него руки... Да ты задолбал, руки восстановятся или нет? Впрочем, неважно, не будем об этом задумываться. Но то, что он мне на лицо блевануло, это печально. Но пока здоровье на фулах. Ну, хотя оно технически не на фулах, просто не такой низкий уровень, чтобы мне об этом сообщать изменениям индикатора. Так, куда же мне пойти? А, ну, ключи солнца везде. Ощущение, что я что-то пропускаю, но я не понимаю, что конкретно я пропускаю. Ну, вроде я... Вроде бы я все исследовал. В подвале точно все. На улице я голову забирал, да? Или нет? Я уже не помню. Давайте на улицу сходим. По-моему, здесь я забирал то ли голову, то ли что, и больше ничего не было. Что ж, убедимся в моей правоте и вернемся обратно. Ах, да, ну здесь лопатку я хотел забрать, но мне ее не разрешили полутать. Да-да-да. Возможно, придется сейчас облизывать все комнаты, которые есть. Ну, есть еще, ладно, одна возможность, точнее говоря, вот так будет правильно сказать. Еще одна. У меня тут есть часы, которые я могу настраивать. Вот, они как раз и мимо пробежал. Что? Кто все эти люди? Что? Что они ели? Кто все эти люди? Я хз, что они ели, подруга. Короче, вот есть вот эти часы. Мне дают возможность их настроить. Но, как бы, я не знаю, сколько мне нужно. Какое значение выставлять.
Я теоретически, конечно, могу прокликать по кругу всю. Ну, господи, это будет так долго. А еще не факт, что здесь не заскриптованный момент, ну, то есть не с триггером. И не факт, что я сначала не должен найти какой-то предмет, после чего эти часы станут доступными для взаимодействия, ну, нормального. Короче, я в замешательстве. Ну, нет. Ой. Короче, пойду я облизывать все стены, все зауголья и так далее. Начнем здесь с холла все-таки. И будем продвигаться вглубь дома. Ну, обратно, в ту сторону, откуда я пришел. Потому что других вариантов я не особо вижу. Я ж тебя убивал. Настольные часы нерабочие. Я вижу, что под ними есть бумажка. Подвину часы, давай. Я это пропустил, получается, в первый раз. Записка гласит: 6:40, время ужина. Я понял, уходим. Так, это мне нужно, значит, выставить часы на 6. Блин. Так и знал, что не может здесь быть просто один сраный ключ. Ну, ладно, лучше поздно, чем никогда. Ведь правда же, а куда я собрался, я не сюда пошел, черт. Стоямба. Идем вот сюда. Причем у меня есть стойкое чувство, что я уже пробовал, когда первый раз пытался записать этот выпуск, что я пробовал прокликивать рандомно, ну, не рандомно эти часы, в последовательности. Ну, я прикидывал, что, типа, ужин обычно с 5 до 7. И я уверен, что 6:40 я выставлял время. Просто уверен на 100%. Ну, судя по всему, из-за того, что я не нашел эти сраные часики на кухне и не нашел время правильное, мне просто не дали возможность это сделать. Ну, не сработал триггер здесь. Обидно. Хотя, ну, может быть, так и правильно, хз. Так, и что? Взять деталь часового механизма? Ну, взять. Больше не работают, они остановились на 6:40. Ну, мои поздравления. Там были часы в этом, в мейн-холле. Пойдемте туда попробуем. Попробуем отремонтировать их. Я же известный мастер часовых дел. Так, где он? Вот. Так. Какой-то ключ. Солнце? Нет, это какой-то обычный. А, золотой. Золотой. Подожди, подожди. У нас же прямо где-то поблизости был этот. Нет, с другой стороны, с другой. Вот там был сундучок или ларчик какой-то с золотым ключом. И еще в одном месте был такая... Ну ладно, давайте я это открою, потому что я здесь рядом. Так. Взять красную книгу? Ну, взять. Старинная книга в красном кожаном переплете. У меня... Сейчас вопрос. Начинается на «и» и заканчивается на «чё». И полностью он звучит так. И чё? Нахрена мне эта книга, я никуда не продвигаюсь. Ее нельзя покрутить в руках, типа. А, ключик остался. Все понятно. Ну и вот. Вот, по-моему, этот. А, нет, здесь что-то разместить надо. Стойте, значит, вот здесь. Так, точно, тихо. И да, он последний был. Взять голову волка. Ну, да. Вот только... А,
Где-то на вторых этажах это было. На втором этаже на каком-то было... были выемки. Стойте, а может книжку сюда запихать? Может здесь? Похоже, кстати, на то. Ну вот там, в концах самых. Так, стоп. Символ земли, ага. Вот, волк, ну-ка. И чё? Ну, а там, видимо, книжка будет с другой стороны. Потому что, ну, а что там еще может быть? У меня прям вообще нет предметов никаких больше. Это единственное, с чем я могу взаимодействовать на данный момент. Вот только не похоже это на место для книги, потому что здесь голова льва. Ну и где эта полка, в которую мне нужно запихнуть эту красную книжку? Подождите, красная книга. Нет. Или да. Да не может быть. Или может. Надо, короче, вернуться в ту комнату со статуей, которую я башку приносил. Там же, по-моему, то ли в руках у него книжка была. Блин, надо было сделать скриншоты, хотя толку. Сейчас альтаматься все равно бы я не стал. Потому что я не отвлекаюсь, да, во время важной игры, конечно. Хочу. Так, сюда. Обожаю эту камеру. Ну-ка, ну-ка. Синяя рука и... синяя книга и посох. Вот. У него была красная книга в руках. Из книги выпала бумажка. Берем синюю книгу, берем бумажку. Изображение древнего символа. Монстр группы Slayer или что это? Изображение древнего символа теперь всегда при вас. Ну, спасибо. А с книжкой что? Старинная книга в синем кожаном переплете. И со статуей больше взаимодействовать нельзя, как вы видите. Так, может, мне синюю книжку нужно разрезать теперь ножницами? Ну, у меня просто нет особо других вариантов, я готов за любую соломинку хвататься, за любое предположение и проверять его, ну, чтобы хоть чем-то заниматься, потому что просто бесцельно бегать мне немножечко надоело. Короче говоря, я сидел, записывался, и минут, ну, там, 10 назад увидел, как мимо моего балконного окна вверх поднимается новая чья-то балконная рама. И я порадовался за соседей, которые решили поменять себе балкон наконец-то. Я как-то не связался с тем, что, возможно, эту раму будут устанавливать. А когда ее устанавливают, то активно насверливают, бляха-муха, всякой дресней. И теперь они сидят и сверлят. День, когда мне очень нужно было записать подряд побольше, чтобы можно было не париться о контенте для моих дорогих пирожочков. Блин, что за невезуха? Так, будем надеяться, что я успею хотя бы этот выпуск записать до того, как они возьмутся за свое сверление жопу своих. Активно слишком. Ну что, давай. Странно, но нет. Так, а может быть мне эту синюю книгу нужно поместить как раз вместо красной?
такую рокировочку произвести, так сказать. Чем черт не шутит? Давайте попробуем. Раз уж разрезать ничего не получилось, то хотя бы просто местами их поменяем. Нет. Плохо. У нее, кстати, память там какая-то есть. Но на самом деле нет. Пусто. Изображение древнего символа. Пока что без каких. О, слышите? Сверлило, блин. Это прям очень плохо. Ладно, подождем, пока он просверлит себе анус, и продолжим. О, да ладно. Так. Голова льва. Ни хрена не голова. Не настоящая голова. Я даже наверх не пойду, стопудово ее нельзя здесь юзать. Короче, я просто бегал, пытался любой объект, с которым можно как-то итерировать. Пытался я его сначала разрезать, потом вставить в него книжку, даже самое нелепое. Оказалось, что книжка нужна здесь. Самое смешное, что сюда я пытался засунуть ту другую книгу, красную. Она не подошла по какой-то причине. А вот эта подошла. Ну, потому что потому. Ой. Сейчас пройдемся еще по улице. Может, я что-то не сделал там. Точнее, я знаю, где я там не сделал. И сейчас я потыкаюсь в этот фонтан. Главное, чтобы все эти мудаки, которые здесь были, не порезались. Вот здесь я ничего не тыкался, да, вот порезался, братан. Ой, это ж не что я делал? Подожди. Оп. Голова льва, похоже, я не смогу снять ее голыми руками. Ага, подожди, сейчас я тебя вырежу отсюда, нет? Ожидаемо. Стоп, что это? Бинты прекрасные. Ну вот, когда очень много зомби и сцикотно. Все ясно. Я слышал, как что-то двинулось. Я ничего не слышал. А, она просто отвалилась. Окей. Когда много зомби и думаешь о том, как бы не... Вот, блин, как бы не сдохнуть, то дофига всего пропускаешь. Так, это мне получается сейчас в библиотеку обратно поставить голову. Может его убить? Потому что я все время на него натыкаюсь здесь. И рано или поздно он меня раскецает. Есть такое мнение. Так, что еще взять? А мне больше ничего и не влезет. Ладно, пойдемте в библиотеку просто. Я попробую поставить голову льва наверх. И посмотрим, что это мне даст. Проблемка еще в том, что из-за того, что очень много я бегаю, ну, просто так, запись я не стопаю, чтобы не забыть потом ее возобновить. Из-за того, что я выжидаю, пока он прекратит сверлить, я сейчас не понимаю, каким долгим будет выпуск. Футажи у меня больше, чем на час. Но учитывая вот эти вот все косяки и нюансы, такое ощущение, что... Ну, готовник, кстати, а где лестница? Такое ощущение, что итогового прохождения здесь будет, ну, намного меньше. Вот и да, полезли наверх. Это можно пропустить, к счастью, как оказалось, и не ждать слишком долго. В общем, хз, что делать. Выпуск либо слишком длинный получится, либо слишком короткий. Ага. Это прямо под лестницей. Спускаемся, значит, сразу. А здесь нельзя? Очевидно, лестница сломана, нужно быть осторожнее. Как скажешь. Так, вот сюда. Что здесь?
Ничего? Что ж вы за люди такие? А взять медальон зла? Давайте возьмем медальон зла. Там что? Патроны и какой-то док. Журнал доктора Арнольда Говарда. 5 июля 1981 года. Хоть группа и утверждает, что существует уже несколько столетий, но мне еще предстоит найти какие-либо доказательства этого. Все это время, что я провел в резиденции коммуны, мне было не совсем комфортно, ведь они много чего от меня скрывают, хоть я и пытаюсь убедить их, что являюсь лишь простым наблюдателем. Да, прямо мне об этом никто не сказал, но я убежден в том, что их конечная цель до последнего вздоха служить этому магистру. Это имя не раз всплывало в наших с ними разговорах. Думаю, что магистр что-то вроде бога для членов коммуны, хоть они и говорят о нем так, словно он живет среди них. Я изучаю их уже на протяжении 2 недель, но мне до сих пор не ясна их конечная цель. Я знаю лишь то, что они ждут пришествия кого-то очень важного. Того, кто, как я думаю, положит начало какому-то великому событию, возможно, апокалиптического характера. Журнал теперь всегда при мне. Здорово, великолепно. И знаете что? Очень старым. Так, стоп, здесь все? О, сверли, да. Очко себе просверли. Стойте, а пластинки-то у меня нет? А, я ее взять здесь могу. Точнее говоря, не могу. Как поступить? Ну как поступить, блин? Понятно, как поступить. Я пойду сейчас. О, я, кстати, наверное, знаю, где это. Медальон зла. Ну-ка, стоп. Медальон, излучающий зло. Мне, наверное, нужно его притараканить туда, где... Ну, да вы поняли же, да? Блин, я забыл. Ну, короче, в главном холле туда, на лестницу. Да ё-моё, народ, где я заблудился? Я из-за этих сменов ракурсов не могу вернуться. И самое, что интересно... Не было такого эффекта, ну, в старых играх, где тоже была фиксированная камера, которая с одного какого-то угла смотрела на локацию. Не было такого, что она меняется эпилептически, блин, каждые 2 секунды. Не было. Все было там хорошо. Так, мне сюда. Все-таки есть большая разница между действительно старой игрой, сделанной по... Блин, когда ж ты себя засверлишь насмерть, ты животное. Сделанной по старым геймдизайнерским правилам и игрой новой, которая пытается эти правила имитировать. И не только геймдизайнерским, но и технологическим. Смысл она не может использовать... Веет тьмой и злом. Медальон, излучающий зло. Был неправ. Был неправ. Может сюда? О! И еще один такой, значит, мне понадобится. Или какой-нибудь медальон, излучающий добро, но это уже вряд ли. Все эти зомби как-то не наводят меня на мысли о том, что здесь что-то может излучать добро. Ладно, я пойду заберу пластинку, вернусь сюда, в главный холл, и сохранюсь в сейв-руме здесь. Сейчас, буквально через минуточку. Короче, пластинку я забрал, бегу на сейв и буду этот выпуск заканчивать. Надеюсь, он получится не слишком длинным и не слишком коротким, но узнаю я это только после монтажа. И... Спасибо вам большое, пирожата, что досмотрели до конца. Подписывайтесь на мои каналы на Твиче и Ютубе. Залетайте в Дискорд, залетайте в Телегу. Все ссылки в закрепленном комментарии под видео. А с вами был Старпер. Всем счастливо!